Всем привет, друзья! На связи Дмитрий Медведев, и вы на моем канале «Заработок в интернете». Досмотрите этот ролик до конца, так как я проведу розыгрыш, как и обещал, 3000 рублей, и, возможно, вы станете победителем. А этот ролик я записываю для того, чтобы объяснить, как можно принять участие в проекте Endotech посредством кошелька TronLink. Потому что для некоторых кажется это темным лесом, и так как этот проект построен на блокчейне Tron, многие даже отказываются от инвестиций сюда. И совершенно зря, потому что сделать это гораздо проще, чем инвестировать в какой-либо другой проект. После того, как вы посмотрите этот ролик, вам станет все предельно ясно. Речь идет о проекте Endotech, презентацию которого я делал вот в этом ролике. На данный момент я считаю этот проект один из лучших в мире. Убедиться в этом легко. Нужно принять участие в Zoom-конференции, которая будет 15 декабря, то есть через 3 дня, где будут присутствовать несколько тысяч человек со всего мира, и эта Zoom-конференция будет переводиться на 12 языков. В этом ролике вы сможете ознакомиться со всеми подробностями этого проекта, как проинвестировать, сколько можно заработать, маркетинг, пассивный доход. Хочу заметить, что, по крайней мере, на моей памяти, это первый случай, когда пассивный доход в проекте совмещен со смарт-контрактом и с маркетингом. Также более подробную презентацию вы сможете посмотреть вот в этом ролике. Я также выложил, Илья Манин, основатель проекта DAISY, сделал подробнейшую презентацию о маркетинге этого проекта. А вот в этом ролике, который вы также сможете найти у меня на канале, Анна Беккер, это как раз президент Endotech, совместно с Ильей Маниным рассказывает об этом проекте. Кстати, Анна полностью рассказывает свою историю, как она поступала в университет, какие у нее в дальнейшем были успехи, чего она добилась. Речь пойдет там о компании, которую она продала в свое время за 4 миллиона долларов. Как она с 2012 года начала заниматься искусственным интеллектом и внедряла его в алгометрический трейдинг. Ее компания добилась немалых успехов. И теперь вместе с Ильей Маниным и его командой они хотят сделать что-то глобальное, масштабное. И мы это с вами увидим где-то в районе 17-18 числа планируется открытие проекта. Поэтому время еще есть подготовиться. И вместе с огромным количеством людей, которые уже на предстарте, в ожидании, в предвкушении, проинвестировать в этот проект. И я надеюсь, что здесь можно очень-очень хорошо заработать. Также этот ролик я выложил у себя в группе «Заработаем вместе». Подписаться на группу «Заработаем вместе» вы сможете прямо на главной страничке моего канала, нажав на эту кнопку. А также в описании под каждым видео вы сможете найти ссылочку на эту группу. Также здесь есть отдельная группа уже по проекту Endotech, ну и канал Telegram «Заработок в интернете». И на канале точно так же вы найдете эту информацию и в группе Endotech. И, кстати, здесь я оставил также ссылочки, видеообзор проекта, инструкция текстовая. Может быть, вам удобно будет ознакомиться таким образом с проекта. Здесь же есть как создать кошелек, инструкция, описание, как его пополнить. Собственно, то, что я сейчас вам покажу наглядно. Ну и ссылочка на сайт. И также эти два ролика с Ильей Маниным и с Анной вы сможете найти у меня в группе. Кстати, подпишитесь обязательно. Здесь я отвечаю на вопросы, оказываю поддержку. И надеюсь, что с командой мы сможем заработать в этом проекте неплохие деньги. Ну а теперь давайте к теме нашего ролика. Итак, для того, чтобы принять участие и проинвестировать в проект Endotech, вам необходимо иметь кошелек Tron, так как проект основан, как я уже сказал, на блокчейне Tron. Почему на блокчейне Tron, а не на блокчейне Эфира? Потому что комиссии гораздо меньше, операции быстрее. Поэтому многие смарт-контракты сейчас предпочитают именно блокчейн Tron. Итак, в браузере Google Chrome нам нужно создать кошелек Tron. И это очень просто. Необходимо установить расширение. Точно такое же, как MetaMask. Кто-то знает MetaMask, это для блокчейна Эфира, а расширение Tron, Tron кошелек, на блокчейне Tron. Называется он TronLink. Я не буду показывать именно сейчас процедуру создания кошелька. Также инструкцию вы сможете увидеть в описании под видео, как установить кошелек, как его пополнить. Но я думаю, проблем установить расширение в браузер Google Chrome у вас не будет. И сейчас я при вас пополню этот кошелек. У меня, кстати, тут 2800
долларов. Я буду заходить на пакет, который стоит 3100 долларов, поэтому где-то 300 долларов мне нужно будет добавить. Ну, 10 тысяч трон, я так думаю, будет достаточно. И после того, как я пополню свой кошелек, я покажу, как нужно будет принять участие в этом проекте, что для этого нужно будет сделать. А для этого нужно будет нажать всего лишь на несколько кнопок и потратить 5 секунд времени. Итак, пополняем кошелек. Я копирую свой адрес. Вот здесь это можно сделать. Копит было написано. Перехожу на биржу Binance. Я буду пополнять кошелек с биржи Binance. Если вы не связаны с криптовалютами, у вас нет биржи и вы не знаете, как приобрести трон, к примеру, за эфир или за биткоин, не связаны с этим, то опять же в моих инструкциях вы можете посмотреть, как пополнить этот кошелек с помощью карты Сбербанка. И это тоже очень просто. Ну, либо там с другой какой-то карты Тинькофф или Альфа-Банк. Итак, я вставляю адрес сюда. Обязательно нужно проверить. TCOBCB. TCOBCB в конце. Дальше отмечаю трон и прописываю сюда 10 тысяч трон. Как видим, я получу 9999 трон. И всего лишь один трон, а это где-то сейчас 2,8 цента, пойдет на комиссию. И нажимаю отправить. И так как у меня защищен аккаунт, мне нужно будет ввести код подтверждения телефона, код подтверждения на email и код подтверждения еще Google аутентификации. Отправить код нажимаю. Здесь ввожу код, который пришел на телефон. 676-497. Также отправляю код на электронный адрес. Как видите, код подтверждения успешно отправлен. 256-742. И осталось ввести код подтверждения Google. 526-303. И нажимаю «Отправить». И как видим, запрос на вывод средств отправлен. И можно посмотреть историю вывода. И прошло буквально 5-6 секунд, и мои троны уже поступили на кошелек. И как мы видим, баланс уже 3136, мой пакет напоминает 3100. И теперь для участия в проекте нам необходимо будет нажать на одну лишь кнопку. И при запуске проекта будет реферальная ссылка, которую я оставлю также у себя в группе. Вам необходимо будет ее скопировать, вставить вот сюда в окно браузера, и у вас сразу откроется сайт проекта. Ну вот на этом слайде представлен сайт этого проекта на телефоне, на смартфоне. Ну примерно то же самое вы увидите у себя и на стационарном компьютере. Здесь будут различные пакеты, начиная от 100 долларов и выше. Но, к сожалению, сейчас я не могу вам показать, как это сделать, поэтому покажу на аналогичном примере. То есть есть смарт-контракт также на троне проекта Just Game. И давайте я вот открою этот проект, в котором я также принимаю участие. Здесь нужно купить не пакет, а коробки. Но это то же самое, нужно нажать лишь на одну кнопку. Вот как здесь, это отправить 3x. Давайте я для наглядности вам покажу. То есть сюда мы введем, например, цифру 4 и нажимаю «Отправить трона». «Отправить через TronLink», то есть кошелек, который мы с вами только что пополнили. Нажимаю «Да». Здесь написано «Жду вашего одобрения», то есть кошелек просит подтвердить транзакцию. И вот здесь окошечко «Принять». Нажимаю «Принять». И как видите, одна секунда и сделка подтверждена. Закрываю окно. Вот то же самое вам нужно будет по аналогии сделать проекте Endotech. Итак, давайте подведем итог. Для того, чтобы принять участие в проекте Endotech, нужно определиться с пакетом для инвестиций, какую сумму вы хотите проинвестировать, установить кошелек TronLink, либо есть еще аналогичные кошельки на смартфонах, но я рекомендую лучше делать это на ПК. Пополнить его любым удобным для вас способом. Я делал это с биржи Binance, вы сможете сделать это по моей инструкции, которую я оставил в описании. С помощью карты любого банка, либо с помощью любой платежной системы. Для этого есть агрегатор обменников BestChange. И обо всем об этом вы сможете узнать как раз из моей инструкции, либо масса роликов в интернете, на YouTube существует. Итак, первое, установить кошелек, пополнить его и нажать на кнопку, которую я вам показал. Ну или аналогичную, купить пакет в проекте Endotech. Все, три вещи. И надеюсь, для кого смарт-контракты были темным лесом, теперь станет все прозрачно, ясно и просто. Поэтому я и сказал, то, что принять участие в проекте на смарт-контракте очень просто. Ну и теперь к розыгрышу. Итак, определяем трех победителей.
каждый из которых получит 1000 рублей. Для этого нажимаем «Поделиться», копируем ссылку, открываем рандомайзер и вставляем эту ссылку вот в это окошечко. Нажимаем «Начать», указываем количество призовых мест 3 и нажимаем «Старт». И давайте, собственно, определять победителей. Итак, нажимаем «Рандомайзер YouTube GIF», «Сгенерировать». И видим, что победителем номер 1 оказался вот такой аккаунт. Давайте проверим, есть ли подписка. Подписки нет, значит, выбираем другого. Нажимаем «Рандомайзер», «Сгенерировать». «Джон Сноу». Проверяем. И тоже нет подписки. Ребята, подписывайтесь. Условия конкурса, вернее розыгрыша, это подписка, комментарий и лайк. Три простых вещи. Итак, выбираем другого. Также нажимаем «Рандомайзер», «Сгенерировать». Опять он же. Ну, выбираем другого. «Рандомайзер», «Сгенерировать». Так, Петр Петрушный. Но он должен быть подписан. Тоже нет, значит, отписался. Может быть, что-то с рандомайзером. Ну, давайте дальше. Выбираем, нажимаем, генерируем. Проверяем. Джон Сев тоже нету. Выбрать другого. Так, проверяем. Вот, подписка есть. Вот этот человек выиграл. А ну ж, давайте посмотрим комментарии. Насколько я знаю, их сайт будет страшно висеть 15 декабря, ну и так далее. Я поздравляю. В группе «Заработаем вместе». Напишите мне, свяжитесь со мной прямо в группе там, и я вам отвечу и перешлю 1000 рублей. Закрываем. Давайте другого победителя определять. Генерируем. Юлия Медведева. Ну, давайте проверять. Подписано. Юлия, поздравляю. Также вы получаете 1000 рублей. Давайте следующего. Сгенерировать. Ага, проверяем насчет подписки. Нет, выбираем другого. Рандомайзер, сгенерировать. Ануш. Так, проверяем. Нет, выбираем другого. Ребята, подписывайтесь на канал для того, чтобы выиграть призы. Сгенерировать. Миллионер. Проверяем. Тоже нет подписки. Будьте внимательны. Подписка нужна обязательно, чтобы получить приз. Выбираем другого. Рандомайзер. Сгенерировать. Александр. Проверяем Александра. Тоже нет подписки. Другого выбираем. Рандомайзер. Сгенерировать. Так. Проверяем. Есть. Жора Арестов. Подписан на канал. Итак, у нас 3 победителя. Это Ануш, Юлия Медведева и Жора Арестов. Ребята, свяжитесь со мной, еще раз повторяю, в группе «Заработаем вместе», подписаться можно в описании, и вы получите свой приз. Ну а на этом все. Миссию ролика я выполнил. Кому был полезен материал, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы принимать участие в дальнейших конкурсах и в случае выигрыша уверенно получать свой приз. Тех, кто принял решение принять участие в грандиознейшем проекте Endotech, жду у себя в группе, жду в свою команду. Вместе мы сила. Конечно, не забывайте о рисках. Это я говорю в каждом своем ролике. Риски всегда присутствуют, но соответствующие и прибыль может быть. Поэтому я здесь, поэтому я захожу в этот проект и надеюсь на его успешное будущее. Обязательно посмотрите вот эти все 3 ролика, хотя они и длинные, но у вас будет полное понимание и полное представление об этом проекте. И тогда вы точно не допустите никаких ошибок. Всем удачи, здоровья, огромного профита и пока-пока!